Всем здорово, чуваки, с вами Мане, и сегодня мы посмотрим с вами матчик Miracle, последний матчик в противостоянии Miracle с Borussia Dortmund. Напомню, что Borussia выиграла свой первый матч против Miracle со счетом 9-1, а Miracle выиграли свой второй матч против Borussia со счетом 8-2. Так что сегодня у них счет 1-1, и я фаворитов лично называть не буду. Обе команды хорошие, сильные, и у каждого есть шанс на победу. Так, перематываем. Так, тут, чтобы вы не видели песни Де Росси, мы перематываем немножко на начало первого тайма. Составчики, как в первом в матче, я так понимаю. Ну, Miracle он вообще не меняется. А вот у Боруссии там потасовочка между ЦСКА Варьером и Визардом на фланге. Так, и... Чё? Опс, пардоньте. Всё, вот, стартанул первый тайм. Составчик всё-таки я назову. Хоть вы его и знаете прекрасно. У Miracle в воротах Де Росси на Буфоне. И в нападении Свинка и Лавр на Ибрагимовичах. Нарушений карточек нет. Ну, по карточкам. Ага, они что должны были быть. Тем временем первый момент, пока Лавр отдавливает Лавра Вайс. Итак, у Боруссии составчик Вайс в опорной зоне на Ибрагимовича. И два Буфона, Энигма и ЦСКА Варьер в нападении. Так, тем временем потасовка была в углу, но Свинка быстренько ее разобрался с ней и перешел в атаку, но Вайс играет осторожно и уводит мяч в угол. Удар Свинки бьет Де Росси, даже уже опорник подошел, подключился. Свинка толкается с Энигмой, ну вернее Энигмой. Ой, хороший удар от борта. Бортовой удар, ё-моё. Тем временем Лавр наносит удар. Но Варьер хорошенько прижимает Ибрагимовича, и Вайс ловит этот мячишку. Де Росси снова играет аккуратно, как он играл в предыдущих матчах. Аккуратненько, в уголочек, мячик. О, тем временем хороший пас Вайза на Варьера, но Де Росси разбирается с Варьером и снова уводит мяч в угол. Вайс, Энигма. Хороший пас между двоих, но Де Росси снова в угол. Как будто Де Росси... Оу, хороший момент был сейчас у Энигмы. Как будто Де Росси разъяренный родитель, а мяч провинившийся ребенок. Де Росси постоянно хочет его поставить в угол. Вайс. Ну, тем временем Свинка завел в угол мячик. Свинка. Де Росси. Вайс. Варьер. Проталкивает. Ну, пробрасывает Лавр. И сейчас Свинка хороший удар нанес, если точный был бы. Вайс подстраховывает его Варьер. Вайс, в смысле, подстраховал Варьер. Лавр. Хотел пройти Энигму, но не прошел. Варьер от борта. Опасно Энигму. Энигма. Варьер снова на Энигму, но Лавр. Лавр хорошо кроет своего подопечного и не дает ему свободно играть. Свинка тем временем идет по борту. Удар от борта. Я думаю, это скорее был пас. Ну, или это... Оп, нет. Нет, это не ФП, забейте. Это мимолетная слабость, как говорится. Удар, хороший удар, только что был от Свинки. Сейчас мяч еле-еле не срикошетил от спины Варьера в ворота своей же команды. Лавр. Лавр, это, думаю, был прострел, я думаю. Или что? Ну, сложно, короче. Вайс. Свинка хорошо попрессинговал сейчас Варьера и Вайса. Блин, Энигма выталкивает Вайза за ворота. Непонятно зачем. Вайс. Свинка. Видим, что сейчас доминирует Miracles. Ну, сильно доминирует. Вот атаку только... Атаки только... Идут ворота этого БВБ. Де Росси. Глубоко играет Де Росси. Уже вы видите, что он очень редко заходит за свою... на свою половину поля. А если и заходит,
что уводит мяч в угол. Тем временем, вот он как раз момент, когда Де Росси вышел на свою часть. И, видите, снова в угол. Варьер. Вайс. Ай-яй-яй. Хотел прокинуть Лавра, но пробил прям в него, я так думаю. Ну, ой, что это такое? А что это такое, пацаны? Ну ладно. 1-0 счет становится. Да, неожиданно. Ну, хотя это и вполне ожиданно. Мираклы давят Боруссию. Ой-ой-ой, опасный момент. Де Росси. Муа. Красава просто. Момент просто. Муа. Так. Очень опасный момент у Боруссии. Нигма получает пас в спину. Вайс, что ты делаешь, Вайс? Вайсу пропускает от борта. Но там Варьер подстраховал. И очень хорошо, что он там подстраховал. И тем временем свинка рвет и мечет. Шальные пули. Высрал дабл Варьер. Ну, извините, я так называю те даблы, которые... Ну, не даблы, удары от борта, которые идут назад. Всегда так называю. Продавливает Варьер. Вайс встречает свинку. Атака замедливается. Прошу прощения, если я мешаю. Ну, немножко мешаюсь. Счет 1-0. Матчик... первый тайм подошел... К концу. Счет 1-0. Мы перематываем на второй. Пока тотальное доминирование. О, кстати, вот он и начался. Тотальное доминирование Miracles мы видим. Но что-то голов только один. Поменялись сторонами. Варьер. Надо бить. Да. Счет Варьер поспешил, мне кажется. Ну ладно. Ответили ударами от борта. Команды друг другу, Свинка и Варьер обменялись этими ударами, и тем временем Энигма выбивает, но там Де Росси продавливает Варьера, и пас на Свинку, Свинка. Ой-ой-ой, какой прострел, но Лавра затолкал Энигма. Очень хорошо сыграл Энигма в этом эпизоде. Не без капли видения, конечно. Так, Вайс, Варьер, Энигма. Варьер и Энигма прессингуют Де Росси, но Де Росси выпихивает мяч снова вниз. Там Лавр его подхватывает. Де Росси. Энигма! Свинка блокирует удары этих двоих. Снова у меня начались лаги. Вроде первый тайм был нормальный. Тут на тебе. Получи, распишись, Мане. Так, Энигма! Удар даблом. Хорошо. Это был дабл именно, а не удар от борта. Так, Энигма. Прострельчик на Варьера, думаю, хотел выписать, но не получилось. Свинка проталкивает двоих Ибер. Ой, Свинка. Вайс, пардоньте. Варьер. Поднимает, бьет в Лавра прямо. Так, Энигма. Варьер. Пас на Вайса. Вайс снова прям в Лавра бьет. И... Оу, все. А, нет, не все. Снова у меня лаги, да, второй тайм какой-то богатый на лаги. После первого тайма началось. Вайс, прям в спину Энигме, непонятно зачем, непонятно за что. Так, Лавр хорош в касание, бил, Вайс обрезает опасную атаку. Правда, только у своих ворот. Энигма, забивает Энигма, сейчас становится 1-1. Счет становится 1-1. Yep. Так. Вайс. Энигма. Опасно. Лавр пробивал, но Вайс свою ошибочку исправил. Удар Де Росси даже бьет. Вы просто посмотрите. Насколько осмелели Miracles. Что даже уже Де Росси простреливает. Так. Пас Варьера на Энигму. Энигма пробрасывает Лавра. Лавр поднимает хорошо. Де Росси снова в угол. Снова мяч в угол. Продавливает Варьер, но не продавливает он Де Росси. Свинка, ну, отпихал его Варьер от мяча. И атака Боруссии. Хорошо, Лавр прокинул между двоих удар Вайса, но это был пас, скорее всего. Дабл Лавра.
Так, Энигма. Лавр. Борис, ну. Лавр финтиц. О, хороший пас был бы от Дероси, если бы он прошел, а Лавр пропустил бы Энигма. Ну. Ой-ой-ой, хороший прострел свинки. У меня уже язык заплетается. Думаю, в конце матча еще более, будет более заплетаться. Лавр прокидывает Энигму. Хорошо. Вайс уже уподобляется Дероси, тоже выводит мяч в угол. Уй, свинка! Пас на Лавра, Лавр! Лавр ни черта не делает. О, Варьер пробрасывает. Энигма. Энигма прессингует Дероси, Дероси. В угол. В угол. Да, в угол мячик. Снова в углу мячик. И Энигма пытается продавить. Но очень плотно играют Miracles в плане, ну, дефа. Так что тут очень сложно найти щельку. Как нашел ее сейчас Вайс, но не забил. Очень сложно найти щель между обороной. Опять Вайс нашел щель, но опять же Нигма принимает лицом к своим воротам. И ни черта не может сделать с этим пасом между двоих. Так вот. Очень трудно найти щели и очень трудно забить Баруси. Баруси, да. Хотя они это уже разок сделали на контратаке, поймали. Вайс. Вайс. Борется с Лавром. Энигма. Хорошо перехватывает пас на свинку. Энигма. Да. Варьер дал пас Энигме. Энигма вскинул на спину Варьера, а Варьер улетел в тартарары. 1-1. Заканчивается второй тайм. Команды меняются местами. Так, тихо. Проматываем на третий тайм. На третий тайм. Что-то тут. А, тут Лавр улетел. Лавр вынесло, да. Сейчас мы промотаем на третий тайм. Итак, проматываем. Кстати, заметил, что в междутайменное время у меня никогда не лагает. А вот только начинается матч, сразу начинается хня. Шня. Га. Итак, 1-1. Третий тайм. Вайс лагает, однако здравствуйте. И погнали третий тайм. Составы не изменились. Так, Варьер. Пас на Вайза. Вайс. Я улетаю. Думал, что улетел Квин, а улетел оператор, как говорил ролик с Twitch про меня. Так, Энигма. Вайс пас прям в свинку. Варьер страхует Вайза. Это хорошо. Энигма заталкивает Вайза за штангу. Очень любит бить и заталкивать за штангу своего опорника нападающий Баруси. Энигма. Выскакивает из-за спины свинки Вайс. И выбивает вперед. О, тем временем Энигма хорошо пробивал. Но там двое из Miracles. Вайс. Вайс. Энигма. Сейчас у меня лагануть должно. Да, лагануло. Второй раз лагануло. И вот я камеру просто ближнюю решил попробовать. И оказалось, это неудачная идея. Тем временем свинка дает пас на Лавра, но или это был удар? Свинка. Пас на Дерось. На Лавра. Пас. Лавр. Пробрасывает Варьера. Варьер не дает ему пройти до мяча. Расталкивает двух ибер Варьер. И Дероси. Лавр, Дероси мешают друг другу. Свинка. Вайс. Прям опять прям в Лавра. Дероси. Хорошо. Хороший бы был бы прострельчик.
ну, проброс от борта Варьера. И Лавр, свинка получает, дает пас на Лавра. Лавр хороший пас получает, но порит его. Лавр, Де Росси, Де Росси. Да-да-да, он дает пас на свинку. Энигма, правда, мяч поддевает. Ух, толкается Ибра и Буфон. Лавр. Лавр опять устраивает возню в углу. Де Росси. Что делает Де Росси? Он дает пас. Да. Прям Энигме. О, хороший между двоечек. И Лавр мог забивать, но Вайс был на чеку. И... Ой, продавливает Лавр Вайса. Ну, Вайса он продавил, а Энигму не смог. Свинка пробрасывает Энигму. Энигма между двоечек. Угу. И теперь Энигма, Варьер пошли на сдвоение и дали пас Вайзу. Вайс. Варьер. Хороший прос между двоечек, между свинкой и Дероси, но Энигму, Энигме не дают добраться до мяча. И свинка! Ох, какой пас был от свинки на пустую раму, но Лавра затолкал один из буфов. Не помню, сори, кто это был. Энигма, опасный момент. Свинка. Боже, обменялись опасными моментами сейчас Miracles и BVB. Если мы сейчас видели в начале матча, в первом тайме, тотальное доминирование Miracles, то тут, то сейчас мы вообще не видим. Сменяются атаками Боруссия и Miracles. Нету тотального превосходства там одной из команд. Варьер, Варьер, ему даст пас. Нет, он будет прокидывать, ой, поднимать. И хороший удар Энигма спиной. Но там Де Росси и свинка. Энигма. Де Росси снова мяч в уголок и на позицию за штангой. Де Росси идет по пустому флангу. Вайс. Вайс, опасно, на риске он поднимал сейчас. Вайс. Варьер толкается со свинкой, но мяч... А мяч у него за спиной, хороший прострел Де Росси. Лавр мог замыкать. Очень много моментов сегодня порит Лавр, я так смотрю. Варьер продавливает свинку. Де Росси. Ой, Лавр хорошо прокидывает Энигму. Вайс между двоечек, но Энигма подпер Лавра. Варьер. Свинка играет в углу с Варьером. Очень часто сейчас мячи в углу. Не хотят рисковать опорнички. И третий тайм заканчивается нулями. А это значит, что нас ждет с вами четвертый дополнительный, как говорится, золотой тайм. Это я проверял, съемка идет или нет. Сразу вот видите, спрашивают, не до золотого гола ли. Всегда в МЛЧ играется до золотого тайма. Сразу вам говорю. Ну, это чтобы... Время справки. Играется до золотой тайм. Не золотой гол. Потому что гол может лететь на рандоме. Ну, вы поняли. Так. Проматываем до четвертого тайма. Проматываем. И четвертый тайм матча Miracles Borussia Dortmund стартовал. Хороший только что был между двоечек. Причем своих, по-моему, если я не ошибаюсь. Лавер. Эти Miracles теперь красные. Borussia синие. Ваш кэп. Варьер продавливает свинку. Пас на Вайза, Вайз, пас на Энигму. Варьер. Энигма. Хороший дабл проброс от Лавра. И опять возня возле борта. Ой, Энигма улетел. Обещал вернуться. Так. Энигма опасно. Ухо-хухо. Какая сейчас распасовочка была от Варьера и Энигмы. Варьер зачем-то поднялся. Варьер. Пас на свинку. Вайс. Не дает свинке пройти. Вайс. Энигма. Де Росси снова мяч в угол. Ну, ничего необычного.
Вайс пытается сделать между двоечек, но Miracles готовы к этому и не дают себя пробросить. Опять у меня лаги. Ну, так, это я немножко решил разрядить обстановку, чтобы лаги не... Ну, короче, забейте. Варьер, возня в углу, Вайс. Прострельчик по борту. Опасный момент был, но в Деросе... стоит на месте. Вайс должен выбивать. Вайс. Ай-яй-яй. 1-0. И это значит, что если Боруссия не забивает сейчас гол, то это победа Miracles. И принес ее на золотой блюдечке. На золотом блюдечке Вайс. Поймали Вайза. Танцы. О, мы видим с вами танцы. Вы пришли посмотреть Мегабол, а посмотрите на дискотеку. Варьер. Варьер удар по воротам от борта, но Дероси снова в угол. Продавливают Энигма и Варьер, но там Энигма, наверное, думаю, помешал. Варьер проталкивал Лавра, а Энигма вталкивал Лавра на путь Варьера. Ну, короче, сложная схема, но Энигма помешал. Свинка продавливает Вайза, но нет. Мяч в углу. Снова возня. Вайс. Пас на Энигму через Лавра. Свинка, удар по воротам. Хороший пас на Лавра дал Свинка, но Лавр не решился бить. Лавр, Свинка. У меня уже язык заплетается. Дероси хорошо прессинговал Вайса и чуть, ну, пробил по воротам. Тем временем кто-то зашел в комнату. Я не помню точно кто, опасный момент, удар Лавра в штангу. Варьер его отражает, хотя опорник у нас Вайс. Опасно. Дероси. Опасно Лавра, Лавр. Удар, ну надо забивать было, нет, опасно. Опасную атаку провели Miracles, но не забили. Не зашел мяч в ворота. И тем временем Энигма пробивает. Дает пас на Варьера. Варьер скидывает вниз на Вайса. Вайс. Да. Нет. Вайс. Опять на сдвоение пошли Лавр и Спинка. И не дали Вайсу пробросить между ними. Энигма что-то делает. А, меняются флангами типа. Варьер. Пас Энигмы назад на Вайса. Варьер. Снова Вайс. И Энигма пробивает по воротам. Опять возня в штрафной было. Я даже не успел разлить, кто, что, как. Варьер. Пас на Вайса. Вайс. Пас на Энигму. Энигма. Дероси хорошо закрывает Энигму. Продавливает Энигма. Варьер. Танцует снова Варьер. Выжидая, что кто-то купится на его ложное движение. Но никто не покупается. Вайс. Снова пытался между двоих прокинуть Вайс. И все-таки прокинул со второй попытки. Ой-ой-ой. Удар Энигмы по своим воротам. Вайс с ним расправляется. Дероси. Сейчас бы мог в опасную атаку. Между двоечек получился сразу у двоих опорников. Сначала у Вайса, а потом Дероси. ЦСКА. Энигма. В опасную атаку мог выходить Энигма, но Лавр продавливает. Ой-ой-ой-ой-ой, мог сейчас срезать себе мяч в ворота. Капитан Боруссии Дортмунд. Все, вы видите, что уже Вайс убежал в опору. И все. И это тяжелейшая победа Miracles, я так считаю. Мне так кажется. Очень со скрипом, я так скажу, прошли дальше. Miracles. Очень со скрипом. И... выиграли Боруссию с учетом 2-1. Всем спасибо, что посмотрели со мной данный матч. Очень интересным выдался матч. Нет, ну, лично для меня, не знаю, как для вас. С вами был Мане. Всем спасибо за просмотр еще раз. Увидимся.